Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона», и сегодня перед нами 9 глава. В предыдущей главе автор говорил, почему он обращается к премудрости. Глава 9 представляет собой молитву к Богу о даровании премудрости. Это монолог, но некоторую обратную связь мы увидим в главах последующих. Итак, 8 глава заканчивается словами «Я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего». А далее начало новой главы. «Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и премудростью Твоею, устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд». Обратим внимание. Для Ветхого Завета, для большинства его молитв, характерна подобная форма. Множество молитв будет подобного рода иметь введение, и звучит оно несколько своеобразно. Автор вроде бы пытается напомнить Богу, кто он. Не кто автор, а кто Бог. Господи, ты таков, ты сделал все благое в мире и так далее. Вопрос, зачем? Бог априори знает, и все, что не есть в творении, и, безусловно, единственный из всех, имеет полное однозначное представление о себе самом. Соответственно, ему напоминать о его добрых делах в мире, о том, как он себя в нем являл, о том, кто он есть, смысла не имеет. На самом деле смысл здесь совершенно прямой. Это напоминание необходимо говорящему. И пример такой логики мы видим в самых популярных молитвенных текстах Библии, в псалмах. Ряд из них посвящен молитвенному воспоминанию предшествующих событий в истории Израиля. К примеру, 135-й псалом, в котором каждый стих разделяется рефреном «Ибо вовек милость его», «Яков век милость его», «Разделившего Красное море на части», «Ибо вовек милость его», «Проведшего Израиль посредине его», «Ибо вовек милость его». Вот эта логика. Бог действительно помнит все эти события. Сам молящийся в этот момент, во-первых, ассоциирует себя с теми людьми, с которыми описываемое происходило. Заметьте, здесь важное введение. «Боже отцов, Господи!» То есть я обращаюсь к тебе не из какой-то абстракции, а потому что и я, и отцы моих отцов, все всегда были тебе преданы. И как в свое время ты в их жизнях являл нечто, так я прошу и в моей жизни явить свое присутствие. С другой стороны, это большой и важный момент для молящегося в плане обретения почвы, обретения уверенности. Эти воспоминания не нужны для Бога, Он всегда в них, они всегда актуальны, это Его сейчас. Мы помним, что у Бога нет времени, и, соответственно, в один и тот же момент творится Адам, и заканчивается, и даже не заканчивается, а уже закончен для Бога страшный суд. Но мы существуем во времени. И для нас важно то, что, Господи, я помню, что Ты это сделал в жизни вспоминаемых мною людей. И, соответственно, как Ты благ и милостив был к ним, я имею надежду, что эти же вещи Ты можешь в моей жизни явить тоже. То есть это напоминание, да, во-первых, и главных, напоминание молящегося самому себе, о том, каков Бог, к которому он обращается. Важный момент. Автор начинает не с конкретной истории Израиля, а говорит о Боге благом и милостивом в контексте вообще творения мира. Господи, вот все, что ты сотворил, хорошо весьма. Он напоминает. Ты все сотворил словом твоим. Все сотворил премудростью твоею. Устроил человека, чтобы он владычествовал над созданными тобою творениями и управлял миром свято и справедливо. И в правоте души производил суд. Здесь указывается, что человек поставляется Богом как раз как Бог для мира или как Бог в материи. Божество нематериально, но вот этот свой образ и подобие в мир материи он полагает. И этот образ и подобие человек. Чтобы там являлась та же самая совершенная воля Бога о мире, как она есть в горних чертогах. При этом подчеркивается. Человек должен управлять миром свято и справедливо, в правоте души производить суд. Весь дальнейший текст будет на эту тему, но уже применительно к автору. Во введении же говорится, что Бог положил справедливость и правосудие
в одно из базовых оснований мира как такового. То есть это один из базовых принципов того, как вообще мир должен существовать. И являть эту справедливость и правый суд должен был в мире человек. И все возможности к тому, чтобы это делать, у человека были. Далее, как бы абстрагируясь от дальнейшей истории, автор напоминает, что Бог ввел справедливый суд человека в мир, да, и дальше он переходит непосредственно к молитве о себе самом. «Даруй мне пресидящую престолу твоему премудрость, и не отрей меня от отроков твоих, ибо я раб твой и сын рабы твоей, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов. Да хотя кто бы и был совершен между сынами человеческими, без твоей премудрости он будет признан за ничто». Вот главный посыл всей главы. «Дай мне предсидящую престолу твоему премудрость». То есть вне ее я не смогу осуществить тот замысел тебя обо мне в мире, какой ты имеешь. То есть если ты мне не поможешь, ты меня не поддержишь, ничего не получится. Здесь упущен огромный фрагмент истории. В 10 главе она будет рассмотрена подробнее. То есть несомненно, что Бог сотворил человека, наделил его необходимыми качествами, отправил его в мир. А дальше автор не возвращается десятки раз по тому же самому месту про то, что совершилось грехопадение, что человек отпал, что его природа изменилась, он стал удобопреклонен к злу. Это все имеет место. Но здесь это просто упущено, потому что это общее место, оно и так понятно. Но поэтому автор и просит об этом. Мир изменился. И теперь благо не является природным неотступным качеством души, не сопровождает человека просто от рождения. Теперь премудрость Божию нужно искать. Она в прямейшем с Богом контакте, а человек нет. Соответственно, чтобы ее обрести, невозможно просто приложить к этому какие-то системные усилия. То есть я не могу пойти на небо и взять ее от твоего престола. Я могу обратиться к тебе и просить тебя, чтобы она сопутствовала мне. И при этом важная деталь. Если бы кто и совершен был между сынами человеческими, без твоей премудрости он будет признан за ничто. Вот этот момент, что полнота человека реализуется в отношениях. То есть самостоятельное совершенство, абсолютное равенство самому себе, все равно ничего до конца не дает. Только раскрытость, взаимодействие с Богом, вот полнота. В этом смысле самый крайний пример – это дьявол. Он ведь тоже исполнен всяческих совершенств. Природа его была сотворена благой, и по мнению ряда толкователей, он есть самое совершенное из сотворенных существ. Но вне Бога это все бессмысленно. Все не работает, и все приходит в ничто. Хотя мера совершенств исполнена максимальным образом. Почему? Потому что дьявол максимально неидеологичен. То есть он максимально вещь в себе. Это понятно потому, как Бог взаимодействует с миром, что пытается сделать с творением дьявола. Бог открыт. Он призывает к себе не чтобы поглотить, а чтобы наполнить. Там же все наоборот. Эта разница очень явственно проявляется и в наших отношениях. Например, как мы любим другого человека. Причем это проявляется не только в любви эротической, в любви между мужчиной и женщиной, а и в дружбе, и вообще в каких-либо больших человеческих отношениях. Я думаю, что практически каждый из нас ловил себя на моменте, что мы желаем как бы поглотить другого человека. Вот мы, к примеру, дружим с мыслью, что друг мой должен так плотно дружить лишь со мной. Когда мы ревнуем к дружбе этого человека с другим, это не любовь. Да, замечу, не отношение мужа и жены. Там-то было бы понятно, что это отношение только между двумя и никого третьего там нет. Но в дружбе-то это не обязательно. Дружба может быть шире, но нет. Должен быть только я, ты и все. Получается, что мы хотим, чтобы человек с нами был, а вне нас не существовал. Вот это и есть та любовь, которую питает к миру дьявол. Он жаждет мир. Он хочет иметь его в себе, потому что он имеет эту зияющую дыру, которая ничем не заполняема. Получается, что он хочет ее этим заткнуть, чтобы он наполнился и обрел целостность. Эта мысль очень хорошо проявлена, кстати, в советском детском мультике про ежика и медвежонка. Там медвежонок говорит ежику, что вот я бы тебя съел, и ты был бы у меня внутри. Здесь не имеется в виду конкретный акт поедания и переваривания, а предельное вовлечение,
То есть, чтобы ты всегда был частью меня. Мы часто жаждем такого же обладания. И отсюда целый ряд очень разных конфликтов не только с друзьями, не только с мужьями и женами, а в том числе и с детьми. Когда реально мы не трансформируем эту связь, а как бы свидетельствуем ребенку. Ты как был моей частью, так ей и остаешься. Ты реализация меня в мире. И отсюда боль отношений и их неоднозначность, натянутость. Потому что другой человек не хочет быть руками, ногами и кого-то еще. Он хочет быть собой. Понятно, другой вопрос. Умеем ли мы быть собою? Мы, будучи взрослыми людьми, как правило, имеем с этим периодические проблемы. Что же говорить о более молодых людях? Но тем не менее, в любом случае, опыт себя – это опыт, который нам нужно приобрести на каком бы то ни было этапе. Еще раз повторюсь, это принципиально важный момент, что Бог диалогичен. Он ищет общение, он сам находится в нем постоянно, он не закрыт. Ввиду этого и человек реализуется таким же образом. Пустынники, живя в пустыне, к определенному моменту духовной жизни приходя, вмещали в себя весь мир. Болезновали сердцем о всех тех, кого они не видят и не знают. Но чувствовали это не как какую-то абстракцию, как в утренних новостях мы прочитали о несчастье и соболезнуем людям, с которыми оно произошло. А они имели это как опыт. То есть открытие человека таковым, каким он должен быть. Отсюда простая мысль, что и полное совершенство, да, без Божьей премудрости ничто невозможно. Уточню, здесь имеется в виду системная идея около православной литературы, близкой к апокрифической, которая постоянно пытается ввалить человека в грязь. Да? Мы не имеем здесь в виду этого. Как то, что ты никто, ты грязь из-под ногтей, червь и не человек, наполненный грехами, и место тебя, а ты погибель. Мы не об этом. Мера отношения к Богу, человеку не такова. Бог, вводящий людей в мир, вводит их ровно потому, что имеет полную уверенность. Полную, стопроцентную, абсолютную, что этот человек может реализовать свое человечество в полноте, иначе бы не вводил. Никого Бог не вводит в мир, обрекая заранее на неудачу. Всякий из нас призван совершенно конкретным образом. Понятно, что в плане жизни каждого из нас мы можем принять такие вещи, которые изуродуют нас целиком. Но обреченности на них мы не имеем, фатума не существует. Ты избрал меня царем народа твоего и судьей сынов твоих и чщерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе твоей и алтарь в городе обитания твоего, по подобию святой скинии, которую ты приготовил от начала. Это маленькое возвращение к литературному формату книги. Автор позиционирует себя как царя Израиля, как Соломона, и как отца и первоначальника отношений с премудростью в истории Израиля. Он напоминает базовые факты из его биографии. Он говорит, что ты поставил меня царем, ты дал повеление построить дом твой. При этом, как в оригинальных исторических книгах, так и здесь вопрос поставлен достаточно конкретно. Вот ты избрал меня царем народа и судьей сынов твоих и дочерей. Да, далеко этот фрагмент находится, но мы подойдем к нему напрямую. В чем здесь смысл? Соломон юноша на тот момент. Да, он говорит, что даже если человек наполнен всем, чем должен, но не находится в отношениях с тобой, не имеет премудрости, то это бессмысленно. А о себе-то он имеет в виду, что он даже этими простыми вещами как раз не наполнен, что у него нет мудрости даже как простого опыта, который появляется у взрослых людей. В данном случае что такое мудрость? Это даже не какой-то набор интеллектуальных величин, а в этом контексте вообще просто реципированный опыт, то есть просмотренный. Опыт не просто как таковой, который свалился на человека, да, а человек прожил эту ситуацию, отряхнулся от нее и пошел дальше. А опыт осмысленный. Все мы с вами в разной степени таким опытом, такой мудростью, в принципе, обладаем. Понятно, что она в основном узкоспецифична. Мудрость царя, который принимает государственные решения, с нашим бытовым опытом не очень коррелирует, да, не очень сопоставимо. Но она все равно также набирается с течением времени. Сын правителя, при правителе воспитываясь, наблюдает, что его папа делает, как он говорит, какие решения принимает, и это вызывает и в нем определенные выводы. Здесь Соломон говорит, что он юн, и указывает на то, что воля Бога, на него свалилась грандиозная ответственность. Ты поставил меня. В Ветхом Завете это сравнимо некоторым образом с нашими таинствами,
когда пророк поставляет царя над Израилем. Вот отныне ты будешь за всех в ответе. При том, что царь, как правило, не всегда абсолютный носитель святости и праведности. Наше христианство начинает реализовываться отсюда же. Да, Господи, ты призвал меня, ты очистил меня водой, осветил духом, а я как не мог ничего, так в принципе почти в том же самом и нахожусь. Господи, что же мне делать дальше? Вот наш вопрос. Это важно, потому что постановка любого вопроса дает возможность к ответу. Пока вопрос не стоит, ответ не прозвучит никогда. И здесь автор от лица Соломона этот вопрос ставит. «С тобою премудрость, которая знает дела твои, и присущая была, когда ты творил мир, и ведает что угодно перед очами твоими, и что право по заповедям твоим. Ниспошли ее от святых небес, и от престола славы твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно перед тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ твой справедливо, и буду достойным престола отца моего». Автор настаивает ответ в помощи, посылаемой от Бога. Он был силен призвать к этому служению, он же силен в нем и укрепить. Эту мысль через почти 2000 лет повторит Серафим Саровский про то, что нужно стяжать Дух Святой, то есть в жизнь с Богом войти. Это не значит, что все вопросы умрут, но изнутри этих отношений все будет рассмотрено по-другому. Это большой и важный опыт. И мы на самом деле даже не у каждого из святых его видим, потому что мы понимаем, что святость приходит к человеку по-разному. Но те, у кого мы находим подобный опыт, становятся совершенными учителями, как тот же самый, например, преподобный Силуан Афонский. Ведь он реально приходит к тому, что чужая боль – это его боль, не как абстракция, да? То есть он не просто добрый дедушка, которому всех жалко. Он проживает это, он чувствует это. И на самом деле каждый из нас такого типа опыта имел. Может быть, на очень разном уровне, с очень разными людьми. Как правило, это не какие-то там далеко абстрактные люди, да, а кто-то достаточно близкий. Самый простой пример – наши дети. Каждый раз, когда ребенок болен, мы абсолютно, и причем совершенно трезво, были бы готовы поменяться с ним. Если, возможно, я бы принял на себя и температуру, и боль, и не имел бы, Господи, никаких к тебе претензий. Потому что я понимаю, что больно ему. Просто я не могу поделиться с ним своим восприятием, взрослым, что эта болезнь нормальна, что она пройдет, ее надо терпеть. И вижу, как он страдает. Я был бы готов принять это наоборот. Вот этот тип отношений проявляется у святых к людям вообще. Это изменение происходит в человеке и потом обычно уже не оставляет его. В жизни каждого из нас есть опыт, который мы один раз приняв, больше никогда не потеряли, никогда не стали прежним. Он может быть разным, хорошим, плохим, но откатить его назад почти невозможно. И об этом здесь Соломон и молится. «Дай мне, Господи, этот опыт. Он не мой, он твой, я полностью это понимаю». И важно, что этот опыт не мой, да, не происходит укоренение во мне самом, что от своей мудрости, от своей силы я чего-либо достигаю. Поэтому, может быть, кстати, в современном мире христианские священнослужители начинают свое священство с такого молодого возраста. Потому что понимание того, что тебе от себя просто нечего сказать, потому что от себя там просто ничего нет, формирует открытость к Богу, дает шанс к тому, что это ничто будет им наполнено. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах кто исследовал? Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал бы свыше святаго твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Мы видим опять некоторые рамки главы. Вот говорилось, что Бог создал человека, чтобы он был главой над созданными ими творениями, тот все, чтобы устроил и управлял миром в правоте и правде. И заканчивается, да, глава простой констатацией, что ныне наши помышления не тверды, ошибочны, что тленное тело отягощает душу,
Земная храмина подавляет многозаботливый ум. То есть между тем, как должно было бы быть, и тем, как есть, к глубокому сожалению, огромный зазор. Но он не фатален. Здесь нет негативистской позиции, как в той же, к примеру, греческой философии, где звучит похожая же мысль, что тело подавляет ум. Ум – нечто нематериальное, чистое, светлое, однозначное, а тело что-то мрачное, что держит его в оковах, от тела нужно уйти. Дождаться момента, когда наступит смерть, и тогда счастливо тело оставить здесь, а ум, да, дух, войдет в высшие сферы, и там будет в чистоте существовать. Нет. Здесь речь идет о том, что, увы, мир не таков, каким бы Бог хотел его видеть. Люди имеют конфликт с самих себе, в своем устроении. Но Бог не оставляет это в таком виде. Он посылает людям премудрость, уделяет им от своего духа к тому, чтобы исправились пути живущих на земле. И люди научились бы что угодно тебе, и этой премудростью спаслись. Здесь, конечно, пока еще далеко не мысль о Христе или не о даровании Святого Духа. Но о даровании закона и ветхозаветного пути праведности, да, ветхозаветного пути отношений с Богом. Все-таки это конкретный этап. Он был нужен. И благодаря ему, в общем-то, осуществились и все остальные.